Какой монитор выбрать для работы с цветом? Ты работаешь с цветом и решил приобрести новый монитор, но не знаешь, какой из них выбрать. Да, это непростая задача. Ведь на сегодняшний день на рынке есть тысячи моделей мониторов с различными характеристиками и стоимостью. И, к сожалению, не все из представленных на рынке моделей мониторов в полной мере пригодны для работы с цветом. Ты начинаешь искать информацию о мониторах в интернете, перелистываешь кучу страниц на форумах. От этого запутываешься и сомневаешься в выборе еще больше. Перед тобой встает много вопросов. Какие из мониторов пригодны для работы с цветом? Какой монитор подойдет под мои задачи? Как уложиться в бюджет и выбрать оптимальный вариант монитора? Как не переплачивать за ненужные функции монитора? В общем, голова идет кругом. Сомнение, неуверенность, растерянность. Не грусти, есть решение. Помогу тебе выбрать оптимальный вариант монитора из имеющихся в продаже. Напиши мне в личку, и я проконсультирую тебя по выбору монитора для работы с цветом. В ходе консультации я расскажу тебе, на какие параметры нужно обратить внимание при выборе монитора. На основе этой информации ты выберешь 3-4 модели мониторов, которые укладываются в твой бюджет. Я проанализирую выбранные тобой варианты и предложу наиболее оптимальный вариант монитора, который имеет наилучшие характеристики. Стоимость консультации по подбору монитора составляет 1000 рублей, до 31 августа 2023 года действует скидка 50% на консультацию по подбору монитора. Пиши, звони, решим твою проблему. И еще напоследок я скажу. Для работы с цветом нужно откалибровать монитор, то есть выполнить его калориметрическую настройку. Если ты находишься в Тюмени, у меня для тебя хорошие новости. Напиши мне, откалибрую твой монитор. Имею необходимые знания и опыт работы по калибровке мониторов более 12 лет, а также передовое оборудование для настройки X-Rite A1 Pro 2, A1 Display Pro.